Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Делай профессионально». Ну что, я надеюсь, что вы довольны, так как и я доволен, потому что совсем недавно эта вся кухня была завалена, захламлена, и здесь была совсем другая обстановка. Но спустя 30 рабочих дней, вы видите, да? Я очень рад, сегодня 21 февраля, и наши перцы все посходили. Слава Богу. Могу похлопать. Так, посмотрите. Я надеюсь, вы тоже за меня так рады, как и я за себя. Вы знаете, я все ячейки не проверял, естественно, но визуально смотрю вот на кассеты и трудно увидеть, где нету. И у меня закрадывается такая мысль, что возможно, 95-100% сходы. Ну, могу сказать, что все это благодаря, естественно, первые семенам. В этом году я взял все оригинал. Мне писали, что я там беру самосбор. Да, я брал раньше самосбор. И сегодня говорю, в этом году тоже я буду сеять самосбор, но на продажу. Потому что люди хотят рассаду подешевле. И, к сожалению, 2 гривна. Я не могу тратить своих на семечку, чтобы по гривне потом продавать рассаду. Извините. И первое это семена, а второе это температура. Минимум 24 у нас было, максимум 28. Там не на большое время, там может на час, на два было 29-30. Значит, высота 2,30 нашего рассадника. Стеллажи 90 сантиметров от земли. От лампы до кассеты 90 сантиметров. У нас здесь раз, два, три. Три лампы по 600 ватт. И одна лампа, вот та, 400 ватт. Пятая есть еще 400 ватт, но я увидел, что она здесь лишняя пока. Если я тут что-то доложу, то тогда у нас включится и вот эта лампа. Что я хочу сказать? Очень важно, чтобы кабеля к лампам были надежные. Я взял хороший кабель. Я не электрик, не могу сказать, какое сечение. Но здесь сечение сплошной, как бы прутик идет, медный. И он такой жестковатый. Вот видите, жестковатый. Две розетки. Тут две лампы в этой розетке. В той лампе, две розетки и вентилятор. Сейчас я расскажу о вентиляторе. Отопление и досвечивание. Значит, во-первых, досвечивание у нас происходит после вот этих вот сходов. Как вы видите, я только что открыл. Конечно, надо было открывать пленку, когда вот такой лысоватый была кассета. Но вы знаете, почему я это не сделал. И получается, что первые трое суток у нас должно быть 18-20 градусов. Немножко опустить, чтобы перец не тянулся. Так, 20 градусов температура и досвечивание круглые сутки. После этого каждый день на час сбавляем. То есть 23 часа, 22 и до 17 часов доходим. Кто не понял, еще раз прослушайте. У меня, как вы поняли, здесь печка. Как регулировать температуру? Я скажу очень просто. Когда ты один день потопил второй день, ты уже привыкаешь к печке и ты знаешь, какой расход дров и сколько она держит, как она сильно накаляется. Поэтому тут надо практика. Просто день-два потопить. Еще один важный момент. У меня есть вентилятор. Вот он, через буржуйку. Там 6 труб насквозь. Очень быстро и классно нагнетает тепло. Я очень рад, что так получилось. У меня вентилятор подключен к этому такому термостату. Как только я выставил 20 градусов, вот видите, есть деление здесь, можно выставить 10, 15, 20, 25, 30 градусов максималка. Как только я выставил 20 градусов и в помещении у нас стало 19 или 18, значит вентилятор включается и начинает
нагревать воздух, прогоняя, всасывая в себя воздух из помещения и прогоняя через трубы. Буквально через 10 минут он нагоняет моих 20 градусов. Я ставлю 25, он и 20. Я поставлю 30, он и 30 нагонит. Понимаете, да? Поэтому вот такая штуковинка должна быть. Очень удобно. Она стоит 200 гривен. Сейчас мне надо 3 дня, чтобы была температура 18-20. Поэтому я ставлю на 20 и включаю его в розетку. И он сейчас будет работать. Только будет 20 градусов здесь. Видите, на каком уровне? Я его на уровне кассеты повешал. Вот он. Очень просто подключается. Идет провод. И одну синий оставляем целый, а серый разрезаем. И просто его здесь на болтик прикручиваем и здесь. Все просто. Вот такая вот штуковина. Вот я его сейчас включу, потому что у нас температура 16. Я только что занес кассеты. Опа, будет шуметь. Слышите, да? Я уверен, что можно и слабее здесь вентилятор. Значит, смотрите, послушайте. Вы слышите? Вот такой вот шум, это из этих труб валит горячий воздух. Я поставил вот эту фанеру, сейчас я выключу вентилятор. Вот видите, включил на 13, а здесь 15, и он не сработал. Валит горячий воздух, я из-за этого взял и поставил фанеру. Для того, чтобы на кассеты не шел воздух горячий, а он шел вверх. Видите, как паутина? Смотрите, трясется. Я ее специально не снимал. Это мой датчик. Смотрите, вы видите, как она трясется? Это горячий воздух из труб. Это мой датчик. Еще у меня висит там такой датчик. И вон в углу висит паутина. Я специально ее не снимал, потому что когда она шатается, я вижу, что тепло идет с того края туда. Так, я думаю, что на этом, друзья, мы закончим наш короткий обзор, потому что я еще ни одно видео буду снимать здесь вечером. А сейчас я спешу. У меня сегодня куча заданий, и первое задание покушать, потому что я встал, не... Короче, еще темно было. И сюда прибежал, потому что надо было срочно выставлять перцы. Последнее, что я скажу. Здесь 70 кассет. Общее количество 17500 мы посеяли. Но я вижу, что еще как минимум, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 кассет влезет только на стеллажи, которые уже есть. Здесь влезет 3 кассеты, это 13. Ну и еще, если здесь схимичим 5 штук, то 20 кассет мы положим. То есть на 28 квадратов мы сможем поместить 90 кассет. Размер каждой кассеты 40 на 60. Количество ячеек 260. Все сказал. Если контент полезен, обязательно подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк, комментируйте. Спасибо вам, друзья, за просмотры. И наша еще последняя, скажу, задача — контролировать, чтобы сухого не было. Вот этих две кассеты, одна и вторая, она пересохла, потому что пленочка сняла с нее. Теперь моя задача еще принести воды и идти кушать. Все. Всем пока.